Привет, зритель. У меня телефон полуразряжен. В корзинке от велика вон там, в палисаднике. Я сейчас захожу, думаю, что же у меня пледик упал. Хотела его поднять, а там кошка. Включила свет, чтобы записать это счастье. Забралась пледик изнутри каким-то образом. Он сложен и был сидит там. Чучело. У меня улица-то, между прочим, тепло, а? А мы забрались сюда. Вообще.